Давайте парочку стихов почитать, ну, например, познакомиться, чтобы с вами. Другие-то, может, знакомы уже, ну, понятно, знакомы. Значит, иногда я пописываю стишки. Это происходит не часто, но это происходит. Я даже этому, если честно, рад, что это стало происходить не очень часто. Да. Но, знаете ли, я уверен, что, в общем, писать надо, ну вот, должно мне, например, писать на том языке, на котором говорит общественность, общество. Вот, например, в городе Электросталь общество говорит на таком русском языке. В южных циклонах – теплонах, а в антициклонах – теклонах. Но я-то в Европах, в борделях, в притонах, придумал хитропах и сделал в умнонах, уехал в Европу, где нету циклона, приехал, и опа, и правда теплона.